Сначала я схожу, проверю. Может, у тебя гости? Если есть гости, то это наверняка твои люди. Ну что ты, милая, я беспокоюсь. Не хочу, чтобы эта ночь закончилась трагедией. Я вас не понимаю, Джингисбей. Видимо, вы не так поняли. Я с вами, потому что хочу написать книгу. А. Вы ошибаетесь. Мы пока не вместе. Но в том, что я сделал предложение, нет ничего страшного. Да. Верно. Ханде? Идите домой, Джингисбей. Идите к жене. Как будто это легко. Какое ты имеешь отношение к Рамизу? Ты его прислужник? Возможно. Почему ты называешь отца Рамизом? Этот человек мне не отец. Но он однозначно любит тебя. Да. Только я никогда не видела его любовь. Я не знаю, как любит дядя Рамиз, но то, что он любит тебя больше всех, несомненно. Все. Значит так, отец любит своего ребенка. Играет в игры. Отец не делает своего ребенка убийцей. Он спас твою жизнь. Ты так думаешь? Из-за него в моей жизни происходят эти страшные вещи. Он испортил мне жизнь. И я не хочу такого отца. Но ведь были прекрасные дни, когда ты была маленькой. Не помню. Я ничего не помню. Я никогда не общалась с папой. Теперь будешь. Пойдем.